Всем добрый день, дорогие друзья. Прошу извинения за свой вид, но просто состояние у меня не очень. Поэтому сегодня видео будет, наверное, только с распаковкой василька, поэтому уж простите. Ну и если смогу, постараюсь сделать эту... Я все давно хочу сделать слайд-шоу, фотографии за год. Вот то, что мы были у нас интересные моменты за год, что мы фоткались. И сделать такое слайд-шоу. Напишите, будет ли вам это интересно или нет. Мне будет очень интересно знать. Ну и вам тоже вспомнится, что у нас было интересного за этот год. Много было распаковок из василька, много было разного интересного. Дети на улице фоткались и всякое такое. Состояние у меня такое, знаете, непонятное сейчас. Ну как, голова болит, ухо стреляет. И, как видите, состояние не очень. Многие вчера писали, вот она выложила фотографию в Инстаграм, что там сидит, монтирует. Как я монтирую? Многие говорили: Настя, тебе сейчас нежелательно наушники одевать. Смотрите. Вот я их одеваю. Обычно как я делаю? Я одно ухо вот так вот одеваю, которое у меня не болит, а второе я оставляю открытым. И вот таким вот образом я монтировала. Так что вот так вот как-то. Состояние, конечно, не очень. За ночь я пропотела вся. Я потому что выпила лекарство и легла под несколько одеял для того, чтобы пропотеть и надеяться, что будет легче. Но ухо также стреляет. Я боюсь, что может это вообще не ухо стреляет, а какой-нибудь нерв стреляет. Понедельник, ребята, обязательно. Понедельник я иду в больницу. Я иду с Егором на прием и сама иду тоже на прием. Буду попадать к любому врачу, вообще к любому. Там без разницы, какой врач уже будет. Мне главное попасть к врачу и определиться, что у меня такое за нервный тик идет. Ладно, дорогие друзья, берегите себя, берегите, пожалуйста, свое здоровье. Будьте чуточку добрее. Ну и всем желаю, всем пока-пока и всем хорошего настроения. Дорогие мои друзья, смотрите, у нас снег идет. У нас везде идет снег. Там Егорушка дрова таскает. Муж идет с магазина за хлебом ходил. А тут кактусы наши стоят, цветочки стоят. Мне многие писали, вот я у подруги цветы засняла. Настя говорит, заведи такие тоже цветы, они очень неприхотливые. Ну вот, найду подешевле, где купить, обязательно заведу. А пока вот такие. Ну, там еще другие есть, но их потом покажу. Ребята, я на кухне, как вы заметили. У нас такой снег на улице идет, сейчас я постараюсь даже показать, Прям вообще сильно снег идет. Сейчас, если смогу, покажу. Смотрите, как все белым-бело. Какой снег идет. На улице так это прохладненько. Хорошо. У меня что-то никакого аппетита нет. Я мужа попросила сходить в магазин, купить помидорки с огурчиками. Он купил, я вот деткам салат делаю себе. Есть, и все равно что-то надо, а я не могу ничего сейчас есть, потому детки-то уже поели, и суп поели, и все поели, а я ничего не хочу такого. Поэтому попросила мужа, чтобы он сходил купил. Вот он сбегал, купил. Сейчас деткам сделаю, сама тоже. Что-то надо есть. Через силу надо заставлять есть, иначе силы вообще не будет. Чай с лимоном постоянно пью. Горячий чай с лимоном прям пью. Сегодня мужу сказал, он еще купил 2 лимончика. Я говорю, что ребятишкам делаю сейчас чай с лимоном. Ребятишек к себе сейчас не подпускаю. Я им сказала, я вот или на кухне, или же там в комнате. Раньше у меня Света была отдельно от всех, сейчас я отдельно от всех. Ну, Егор был отдельно от всех плюс. Им сейчас легче стало. А я заболела, поэтому я себя отгородила от всех. Но все равно не получается, сами поймите. Семья большая, все равно не получается отгородиться от всех. Кушать, готовить надо, стираться надо, уборку делать тоже надо. Ну,
сегодня девочки немного прибрались. Мне удалось предотвратить. Извините, просто в ухо стреляет. Поэтому как бы сильно мне не пришлось уборку делать. А так хорошо. Смотрю на улицу, снег такой. Сейчас хочу днем ребятишек одеть, чтобы они ушли погулять. А я сниму для вас распаковку Василька. Надеюсь, вам понравится. Отдельным влогом выложится. У меня такая идея интересная есть, как ее сделать. И вот хочу попробовать. В таком формате, вот как я задумала заснять. Должно получиться интересно. И, ну, как я надеюсь, что больше просмотров наберет, чтобы мне предлагали еще Василек. Так что вот как-то так. Сейчас приготовлю салатик. Покушают, поиграют, побегают. Они сейчас там мультики смотрят, там какие-то мультики начались. А, да, многие говорили, Настя, каникулы, как это у тебя, Катя, идет в школу? У нас, ребята, учились до 30-го. Другие школы раньше ушли, а именно вот наша 4-я школа, они учились до 30-го числа. Поэтому вот, да, вот так вот. Сейчас вот с понедельника другие школы выйдут уже, насколько мне кажется. Может, я ошибаюсь, что вот они, по-моему, должны с понедельника уже учиться идти, а наши будут на каникулах. Но я могу ошибаться, поэтому я не могу утверждать, что вот, вот так вот. Ну вот, у нас до 30-го учились. А с понедельника, получается, у нас начнутся каникулы. Сегодня у нас воскресенье. Не знаю, придут, не придут родственники сегодня в баню, потому что, насколько мне известно, там тоже заболели детки. Поэтому утверждать не буду, придут или нет. Я себе отдельно от всех салат режу, потому что, чтобы не есть вместе с детками, чтобы уйти в другую комнату. Тоже так же помидорка, огурчики, больше ничего такого. Надеюсь, хоть что-то поем и полегче будет. Силы все равно нужны. Я сегодня, потому что только чай с лимоном обычно пила. Даже кофе, ребят, не стала пить. Просто понимаю, что от кофе тоже не очень хорошее состояние будет. Я выбираю, который помягче помидорки. Потому что сил нету есть. Ну, так вот. Ну ничего. Многодетная семья обычно вот так вот. Один заболевает и начинает все болеть. Все, нашинковала помидорки. Сейчас посолю, майонезика положу, и можно кушать. Так, все. Доделываю салат и отдаю ребятишкам. Засняла распаковку любимого Василька. Заказывала Марине костюмчик в садик, но оказалось, что он подошел Оксане, он Мариночке оказался большеватый. Но ничего страшного, в следующий раз закажем для Марины. Остальное вот все я вам показала. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте писать комментарии и напишите, кто-то вообще проходил по ссылочке в описании, заказывали себе что-нибудь или нет. Для меня это будет очень и очень важно. Так как сегодня я себя плохо чувствую, то муж сам готовит. Я изолирую себя в комнате, одна в комнате нахожусь, и никто ко мне сюда не ходит. Потому что я боюсь, чтобы дети остальные не заболели, не дай бог. Пока я снимала распаковку, детей убирала в другую комнату, сняла распаковку и потом показала. Сейчас Света пытается уложить Ванечку спать, Ваня капризничает. Ну, а так в целом у нас все хорошо. Чуть попозже покажу, что у меня муж сегодня приготовит нам покушать. Все, дорогие мои, смонтировала я видео для вас Василька, наложила музыку. Надеюсь, она вам понравилась. Василек, распаковка раньше выйдет, чем сегодняшнее видео. Приношу извинения за мой вид, но вот просто я эту распаковку Василька снимала несколько раз, потому что состояние не очень. Там даже видно на видео, как поддергиваюсь я в одну сторону. Поэтому прошу прощения, но вот как смогла в таком состоянии, так и засняла. Завтра пойду в больницу и надеюсь, что мне скажут,
что-то, что со мной, или ухо у меня, или же все-таки я застудила себе шею. Так, Ваня, кыш отсюда. Или же я все-таки застудила шею, мне завтра уже скажут. Поэтому всем хочу сказать спасибо большое, что оставались с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Но я постараюсь вас не огорчать и постараюсь снимать почаще. Только дайте немножко мне оклематься. Всем пока-пока. Ребят, показываю, что мне муж приготовил, пока я болею. Вермишелевый суп с фасолью еще вдобавок, плюс курочка тут большими кусками прям наложена. Я все кусочки мелко разрезаю, но он большими ложит. Вот такой вот вкусный суп. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, у нас уже вечер, я уже пришла с бани, я помыла Ваню, Марину и сама быстренько голову ополоснулась, потому что некому моих маленьких детей, поэтому мыла сама. Сейчас пришла, вот, сделаю себе чай с лимоном, выпью лекарство и лягу в постель. Вот такой вот у меня сегодня был день. Попарила себе ноги в кипятке, прям в тазик кипятка налила и ноги прям опустила. Так что вот так вот. Всем, кто моется, всем с легким паром. Но я сейчас попью чай и лягу отдыхать. Всем пока-пока.